каждой игрушке любовь и тепло детского сердца. В каждой детали, будь то вязаная елочка или кружевная снежинка, чувствуется забота и неподдельное милосердие. Речь идет о более чем 300 экспонатах новогоднего вернисажа, которые смастерили школьники учреждения образования города Бреста. Среди них Александра Кацович, ученица 20-й школы, которая представила на выставке новогоднюю открытку. Девочка очень надеется, что она принесет радость тому, кто ее получит. Я сама делала работу, делала около 3 дней. Было нелегко, но хотелось очень порадовать детей-сирот, инвалидов. Мне их очень жалко, поэтому я решила принять участие непременно. Выставку «Рождественский подарок» можно без преувеличения назвать настоящим праздником для глаз и души. Яркое, насыщенное, с волшебным духом Нового года и Рождества. По словам организаторов благотворительного проекта, главная цель была достигнута. Все участники, без исключения, через свое творчество выразили доброту, сопереживание и помощь ближнему, в данном случае детям, которые больше всего в этом нуждаются. По правилам конкурса, церемония награждения участников прошла в 8 номинациях. Среди них творческая елочка, новогоднее представление, елочные украшения и другие. Все ребята, без исключения, получили дипломы и награды за участие в благотворительном проекте. В преддверии новогодних праздников, рождественских праздников, очень хотелось, чтобы ни один ребенок в нашем городе не остался без внимания. И особенно хотелось, чтобы категория детей, которая находится в домах семейного типа, в социальном приюте, детей с утратой здоровья, тоже оказались в центре всеобщего праздника и внимания. И вот этим нашим благотворительным проектом, называется «Любовью защитим», мы хотим подарить это тепло, радость, чувство праздника этим детям. Через творчество дети выразили свое отношение к этой акции. Они создали творческие работы и тем самым показали, что они умеют не только руками работать, не только творчески мыслить, но и еще и сострадать. Они умеют дарить, они умеют быть милосердными. Все работы, выставленные на вернисаже, были отправлены в качестве рождественских подарков в детские дома, социальные приюты, а также детям с особенностями развития. Вместе с неожиданным сюрпризом дети получат самое главное – тепло человеческого сердца и веру в чудеса, что, несомненно, важно в волшебную рождественскую ночь.